Сибур запустил производство двоэтилдексилакрилата в октябре 2016 года. До этого продукт либо привозился в Россию в виде импорта, либо приезжал сюда в составе уже готовой краски. Технология производства 2ЭГА была разработана в научном центре НИОСТ в Томске. Причем произведенный продукт сразу с первого выпуска получил высокие оценки переработчиков. Чем же этот эфир отличается от хорошо известного бутилакрилата? В рецептуру акриловых красок входит полимер на основе эфира акриловой кислоты, выполняющий функцию связующей пленки. Мономером может выступать как бутилакрилат, так и 2ЭГА. Однако 2ЭГА имеет репутацию более премиального продукта, так как он находит применение в более сложных рецептурах дисперсий, а они, в свою очередь, обладают целым набором уникальных свойств и высоким качеством. Краски на основе 2ЭГА более влагостойкие, крепче держатся на поверхности изделий, то есть имеют хорошую адгезию, меньше выгорают и хорошо наносятся при отрицательных температурах. Следует отметить, что 2ЭГА применяется не только для производства дисперсий для декоративных красок, но также для производства красок и смол для дорожной разметки, акриловых смол для промышленных ЛКМ. На сегодняшний день все упомянутые выше сегменты активно развиваются в России. При этом дорожный сегмент является очевидным лидером. На этом сегменты применения двоэтилдексилакрилата не заканчиваются. Есть более мелкие, узконаправленные сегменты, например, краски для печати. Они менее тоннажны, но при этом более технологичны. Разработка рецептур дисперсий для таких сегментов позволяет активно замещать поставки импортного продукта. И здесь мы содействуем нашим переработчикам. Своевременное появление 2ЭГА российского производства позволило Сибуру дать внутреннему рынку новинку, которая стимулирует переработчиков развивать новые рецептуры красок и клеевых материалов. Данный факт ставит компанию Сибур в один ряд с мировыми лидерами рынка по производству 2ЭГА из собственного сырья. С 2016 года рынок 2ЭГА в России вырос почти в два раза. Если 3 года назад на нашем рынке присутствовал в основном сегмент лакокрасочных материалов и дорожных красок, то на сегодняшний день мы видим постепенное развитие нишевого и клеевого сегмента. 2ЭГА продается не только в России, но и на экспорт. Довольно быстро и успешно мы прошли процесс омологации продукта в Европе и США, получили сертификат REACH. Любопытный факт. В Европе потребление 2ЭГА на 1000 человек составляет 130 кг, в то время как в России только 14, что говорит о серьезном потенциале роста спроса на внутреннем рынке. Мы предполагаем, что у данного эфира большое будущее и планируем продолжать развивать данный сегмент, опираясь на мировые тренды и потребности наших клиентов.